Итак, наш товар дня – это вот такая водолазка Ася, удивительная в своей такой базовой лаконичности и практичности. То есть абсолютная база, абсолютная основа, холст на прохладное лето, на осень, на зиму. То есть всесезонная водолазка за 999 рублей в шикарнейшей палитре оттенков. И об этой водолазке нам расскажет Света, тем более, что это наш абсолютный эксклюзив. И хотела бы сразу привлечь внимание на то, что мы с вами видим огромнейшую палитру цветов, который подготовил для нас бренд Полесье. Бренд Полесье – это, конечно же, вообще уникальный бренд, который является всероссийским холдингом российским. Ему уже более чем 50 лет. И вот создает вот такую вот шикарнейшую палитру водолазок, которые позволяют нам получить максимальный комфорт во время всесезонного использования. Это та самая базовая вещь, которая позволит вам наслаждаться свободой, потому что, посмотрите, здесь рукав у нас реглан, а это значит свобода абсолютно для любой руки и для любой груди. Прекраснейший прямой крой. Класс. Имеются манжеты внизу нашей водолазки по зоне пояса. Опять-таки здесь поиграем с вами посадкой и обязательно об этом поговорим. И у нас есть также манжет в зоне рукава, и горловина очень хорошо оформлена, она то, что нужно. Вот такой вот, как воротничок, небольшая стоечка, и полностью не обременяет нас, но при этом позволяет подчеркнуть и удлинить нашу с вами шейку. Слушайте, база на осень за 999, рукав реглан, длинный рукав и, конечно, шикарная палитра оттенков. Вишня, цвет перед вами, бордовый оттенок, шикарный, кстати, со всеми оттенками коричневого. Хаки будут, брюки, например, вот сюда идеально подходить. Розовый цвет тоже есть. Посмотрите, он такой немножко припыленный розовый. Дальше горчица. Один тоже из самых популярных оттенков. Золотым каким-то вкраплением. Тоже осенним, да. А зеленым как цветом хаки шикарно будет смотреться. Бирюза. Сюда подойдут, например, какие-то холодные оттенки, может быть, нежно-розовый, может быть, серый, кстати, цвет идеально. Ну, серый, да, вообще можно как базу рекомендовать для любого цвета. Голубой – это я выбираю для себя. Ну, сюда синие брюки, конечно же, бежевые, любые оттенки бежевого. Сиреневый тоже с бежевым прекрасно и с розовым будет сочетаться. Один из самых, кстати, выигрышных сливовых оттенков, он в заказе будет называться баклажан, но он шикарно подходит вам, если у вас вот яркая внешность, вы брюнетка, например, контрастная. Либо шатенка такая. Тоже будет очень хорошо. И белый, естественно, тоже база. Вы две штуки, я надеюсь, возьмете сегодня водолазки, потому что белая – это база, да, и какую-то еще цветную. Да. Вообще, от бренда Полесье у нас было продано более 240 тысяч разных товаров, потому что это трикотаж наивысшего качества. Да, и трикотаж именно тот, который позволяет нам с помощью 100% пана бренда Полесье получить еще и высочайшее качество. Да, 999 рублей. А как выбираем размер? Давай будем брать поговорим. С вами очень все просто. Выбираем размер в размер. То есть, вот на мне, например, смотрите, водолазка 50-го размера, на 2 размера больше, но она сидит прямо свободно. Да, вот смотрите, какие классные девчонки образы предлагают с джинсами. Кстати, базовые джинсы, водолазка, джинсы. Если хотите сделать, ну, знаете, чуть-чуть посложнее образ, то есть я понимаю, что это база, тогда уже какие-то украшения добавляете. Цепи, например, идеально. Так, у нас уже начинается ажиотаж, друзья. 999 рублей. Вы забираете минимум по 2 штуки, потому что это бренд Полесье, Свет. И здесь тебе слово, чем знаменит этот удивительный бренд. Ну, бренд вообще знаменит тем, что начало его и истоки его идут уже более чем 50 лет назад. Свое начал производство. И дает нам в первую очередь лучше. Что значит лучше? Когда мы говорим про бренд Полесье, это тот именно концерт и холдинг, который запатентовал производство волокна ПАН, которое дает нам все лучшие качества шерсти, но при этом минимизирует его недостатки. То есть именно 100% пан дает возможность нам комфорт во время ее использования. Ты в ней действительно себя чувствуешь великолепно, потому что гигроскопичность здесь, мягкость, нежная, шелковистая поверхность. И именно 100% пан позволяет нам облачиться в эту водолазку и носить ее круглогодично и не только как базовую вещь, но действительно использовать и не только как первый слой, но и как элемент многослойности. Обязательно, потому что здесь вот все для вашего комфорта. Смотрите, рукав реглан и воротник стойка. Причем вот здесь двойной. Удобно, что это, знаете, не такая водолазка с нахлестом, когда два слоя горла, и оно перетягивает, а именно стоечка аккуратная очень. Да, да, и она двойная, ты заметила? И очень мягкая, растяжимая хорошо, поэтому вопросов здесь не возникнет. Будете ли вы ее надевать через голову, может быть, с какой-то великолепной уже подготовленной прической, вы ничего не повредите. Но опять-таки, тот самый стоечка-воротничок, который ты обрамляешь украшениями, достаточно хорошо, они здесь между собой миксуются.
самое актуальное предложение вот прямо на сейчас, впереди осень. В конце августа уже прохладно, да и сейчас утром, на самом деле, прохладно. Да, вот смотрите, оттенки сиреневый, белый, голубой, розовый, это база пастель. Как красиво они даже сочетаются друг с другом. А вот более осенние цвета, баклажан, горчичный, бирюзовый, вишневый. Вишневый вообще шикарный, абсолютно такой насыщенный, густой оттенок. Баклажан сливовый, потрясающий цвет. Ваша база на все случаи жизни. То есть то, что вы надеваете каждый день, вот цвет. Я люблю такие вещи, потому что, когда мы не знаем, что надеть, и не хотим подбирать долго и долго сочетать, вот такая водолазка – это просто идеальный вариант. Да, действительно, очень быстро, очень лаконично. И то, что позволит вам совмещать буквально с любыми аксессуарами с вашего гардероба, это то, что позволит играть также с посадкой. Давайте прям посмотрим с вами нюансы. Вот Ники что делает? Она присобирает ее и делает вот такой вот напуск, да, в зоне вашей середины линии бедер. Но если вы хотите по полной длине ее посадить, посмотрите, здесь очень мягкий, удобный, комфортный вот такой вот манжет. Можно полностью опустить, как вам будет угодно. Можно присобрать и посадить по линии бедер, как Ники сделала, да, на выпуск ее делать. Также можно ее заправить. Мягкость и тонкость волокна пан позволит это сделать. Давай, Никуль, мы с тобой покажем именно рукав реглан, что дарит свободу. Здесь ничего не будет зажимать в зоне вашей промы, потому что, собственно говоря, сам по себе шов, он отсутствует. Плоский, красивый, вывязанный реглан, это всегда деликатно, красиво, аккуратно. И вот здесь вот зона горловины, она двойная, идеальный, очень мягкая, свет. И позволит вам чувствовать максимум удовольствия и комфорта. Ну вот Любовь пишет из Владимира. Водолазка – самая практичная и универсальная вещь. Абсолютно с вами Любовь согласна на 100%. На осень это лучшее. Хотите ярче образ? Выбирайте яркие активные украшения. Может быть, бусы какие-то ваши любимые. Я вот, смотрите, взяла цвет, он у нас называется сливовый баклажан. Хочу вам показать, ну, посмотрите, например, вот просто образ, если у вас темные волосы с брюками, клодин. А еще вам хочу показать монохромный вариант в случае Оли. Вот смотрите, с кардиганом Тарина, шикарный этот сливовый цвет баклажан подходит. То есть у нас сейчас, сегодня капсула для вас, готовые образы. Забирайте сразу несколько лотов из тех новинок, которые мы вам предлагаем.